Стихотворение Ларисы Галдеевой «Притча про ангела». Однажды ангел с человеком повел неспешный диалог. Он поделился с ним секретом и многое понять помог. У человека друг крылатый спросил: «Ты хочешь жизнь узреть? Дорогу, что прошел когда-то, из-под небеси рассмотреть?» И воспарили над землею под стаю белых облаков, и он увидел под собою две стежки маленьких следов. «А чьи следы с моими рядом?» — спросил смущенно человек. «Они мои», — промолвил ангел, — «иду бок о бок весь твой век. А почему же где-то видно, что обрывается твой след? О, Боже правый, как обидно, тебя со мною рядом нет. Как раз тогда, когда мне плохо, когда нуждался я сто крат, когда не в силах сделать вдоха и жизни был совсем не рад, выходит, дни тяжелой доли бросал меня, почуяв крах. Когда ты корчился от боли, носил тебя я на руках».